Всем привет! Играем пятерку джати. Джати джат, скорее всего, либо сыграть буквы И. Джат, мне кажется, проще всего. Этаж, гетто, это. Надо придумать, как именно. Дело в том, что здесь есть гитан, поэтому допустим, на этаж, если я пишу гетто, если я пишу вправо, да, там будет гитан. Но, по-моему, гитан ни к чему хорошему не ведет, потому что будет гитана, и там нет какого-то либо предложения. У нас будет вот эта основа анадыжи для чего-нибудь типа там санджак, но это слишком далеко до этого. Так, бита, фита. Фитан, по-моему, здесь нет, поэтому фита, наверное, можно писать спокойно. Либо просто написать этаж. Мне кажется, этаж написать хорошо, чтобы ухудшить ему угол сверху. Да. Ну, понятно, что здесь главное не пропустить там сжатие, ужатие. Наверное, сложно это будет сделать. Джаз. Изотин можно пропустить. Затирка. Тазы. Тазы мыза. Можно гетто просто сходить. Джазист. Давайте, наверное, гетто сходим. Газатор. Тазы, следующий ход, скорее всего. Ну, как наиболее очевидный. Фита можно, да. Так, тазы, допустим, влево. Это, так, вот это вообще неожиданно. Так, джанго, освобожденный. Затон. Затон как-то немножко опасно выглядит. Этимон. Ну, если он его знает, конечно. Если он вообще есть, кстати говоря. Он есть, да. Так. Это у нас уже лингвистический термин, да. Ну, по сути, слово этимология, оно напрямую связано с этим словом. Этимон, а на этимон, что мы будем писать? А у нас нет хорошего ответа на этимон, только, наверное, самит или тимол. Так, слушай, а анамид здесь есть? Мне кажется, тут и анамид, кстати, есть. Так, а чай не могу пропустить. Эй. Погодите, а я же пропускал, да? Я же ведь... Ну, погодите. А в каком режиме я играл? Или это в турнире я играл? Или нет? Я не очень понимаю, почему-то иногда, видите, кнопка «Пропустить ход», она отсутствует. Хотя, мне кажется, я недавно ей пользовался. А, очень странно. Так, анамид. Анамид, да. Анамид — это у нас секта... Нет, это не секта. Это минерал. Полиморфная модификация биотита. Вот как. Адамиты. Слушайте, адамиты, наверное, сектанты, да, ведь? Адамиты сектанты, анамид минерал. Так. Заток, занос. Кнопит. Кнопит вроде можно. Так, анамид минерал. Надо запомнить. Жандарм далеко. Затоп. Затоп только что был. Заток. Затоку убрали, насколько я помню. Ну, из-за диалектности. Так, если будет заток, а его нет. Ага. Так, ладно. Фенотип, генотип. Опонка, японка. Шпоны самый простой ход, если здесь что-то больше. Атафан. Ну, давайте шпону просто напишем. А, погодите, шпонка же будет, да? И... Мне что-то нет хорошего хода. Анонс. Успел. Потому что на шпонку у меня ведь ничего хорошего не было. Жандарм еще не получался, штандарт тоже, поэтому правильно, что я не стал ее писать.
Ну, в принципе, сейчас полонка, наверное, нормально, да, уже? Потому что... А, нет, наждак уже был. Ну вот, так, наждак, да, хорошо читается здесь. Занда, так. Я опять не могу пропустить ход. Что-то странное сегодня происходит. Погодите, я ведь точно недавно пропускал ход. Я вот только пытаюсь вспомнить, в каком именно режиме. Сегодня в турнире 5 на 5, играл с телефона, я не знаю, есть ли какое-то в этом отличие, играешь ты с телефона или в компьютерной версии, или это, ну, распространяется именно на игры вне турнира, то есть очень странно, надо быть, последить за этой закономерностью. Так, у нас Спандей, ну, вряд ли Спандей получится, я не знаю, как. Что он должен написать там? Кент или дек? Это прям очень... Или дед? Это уж маловероятно. Так, ну вот, собственно, у нас наждак. А, наждак, джазист, южанка. Слушайте, южанка вроде звучит нормально. Южанин. Не оба есть. Ржанка тоже, да, ведь есть? Ржанка, южанка. Еще есть варианты? Занка, вязанка. Но это далеко. Вязанка вряд ли вообще получится. Каким-либо образом. А что лучше, ржанка или южанка? Мы уже не узнаем. Потому что он... Я не знаю, будет ли он еще. Наверное, нет. Потому что он как-то не справляется. Нет, он будет. Так, здесь есть ход конем. Это столб, колод, столбчак. Я много раз делал построение. Ну, его... Мне кажется, прям мало вообще кто знает. Так, вот, то есть, получится... А, ну, правда, оно у нас уже не получится, потому что у нас перекрыто. Если бы это был колод, да, тогда можно было показать им. Ну, маловероятно, да, что как-то я его смогу выкрутить. Сейчас колод под столик, наверное, нет смысла писать особо. Кашалот. А, хотя кашалот будет давить, поэтому это ошибка скорее. Давайте столб вверх поставим. Остол, остол, апостол, апостолат. По-моему, еще был апостолик. 39-й здесь вроде бы нет. Но он был. Так, столб. А сейчас колод, кстати, уже можно писать по той причине, да, что... По той причине, что кашалот ушел. Ну, оплот есть, да, там оплот, сопло. Он может... На оплот он может сходить... Сопло. Ну, кстати, мне кажется, сейчас хороший момент, чтобы сходить оплот вверх, по той причине, что если он захочет сделать мне угол хуже справа, он поставит сопло слева, но он не поставил сопло слева. И тогда бы я апостол написал. Так, ну, у меня есть... Что у меня есть? У меня есть колод до сих пор, у меня есть расторопша, но это прям вообще далеко. Ну да, колод, наверное. Колод, пожалуй. Хотя сейчас, с другой стороны, при таком раскладе, он сейчас может написать, да, под апостол. Ну, посмотрим. Ну или я могу это сделать то же самое. Столбчак сейчас, ну... чтобы сейчас столбчак получился, это нужно... Это нужно... А каким-то образом в Е1 поместить, да? Так, а вот это как-то выглядит подозрительно. Но как я могу этим воспользоваться? Может быть, и никак. Арматол. А, пафос. Слушай, а это не так просто, как я думал. Шпона, пафос. Столб. Авто что-то. Авто. Не знаю, не получается. Колонг. Тоже не вижу. Пафос, тафос. Так, если тафос, то отта. Я не помню это с таким окончанием, что ли. Так. А, погодите, колотто. Я, по-моему, подставился под колотто. Это не есть хорошо. Да. Плохо. По идее, я колотто должен был приметить раньше пафоса. Но, учитывая, что я ходил в этом матче вторым, я должен перехватить.
Потому что иначе я усложню себе игру попросту. Так, момент истины. Колет. Буквально шапочка, купол. Верхняя часть тоннельной выработки. Колотта. Есть полезные слова с двумя Т. В первую очередь это карета, которая, по-моему, черепаха. Бисса, да, это вот эта черепаха. Карета, какие-то там еще. Так, сейчас я уже должен пропустить. По-моему, минета есть. И еще какие-то похожие. А, вспомнить бы только. Двумя Т слова. Слушайте, по-моему, она с двумя R, да? Я все время забываю. Гарота, да. Просто почему-то хочется ее произнести именно как Гаротта, да? Но она Гаротта. Да. Ну, с двумя Т еще что-то есть. Так, Виолетта. Вот я не знаю, бабочка Виолетта или мне кажется? Или есть такое? Виолетта есть. Ну, тут какое-то несвязное определение, не относящееся. А, с двумя Т. Так, цвета, да, цвета. Цвета, ката. Питта, чита, ну, это из коротких. Ну, ладно, неважно. Так, пока на паузу. Продолжаем. Здесь очень легко подставиться под многое. Здесь дело в том, что если играть через кабат, да, тут есть или через табак, через как мы будем говорить. Тут хакабак в любом случае получается. Может, как через кабана, кабина, правда. Я не помню точно, есть ли какой-то идеальный розыгрыш у этого. И, потому что если кабан кабина, по-моему, там нет, да, какого-то продолжения хорошего. А, слушай, о чем я? А это же невыгодно, да, для меня? Потому что о табаке. А, да, значит, точно не табак. Потому что если бы я ходил кабат, если бы я сходил кабат, допустим, там, D4, да? Мы о табаке сразу пишем, я думаю. То там, по сути, то же самое, да, ведь было бы? Она бы ходила такаба, вот отсюда получился бы хакабак, и она бы о табаке... Ну, потому что кабак — это палиндром, поэтому... Слушай, а вот я не помню. Кабан, кабина. На кабину что-то есть или нет? Кабан, кабина, банива. Может быть, более оптимально, но сложно сказать. Так, читака, читака, писака. Кабекар далеко. Кебана. Кабачик. Есть такахи, кстати. Есть ход такахи, но его здесь нет слоя. Такахи. Такахи, по-моему, алкалоид акакатехин из него. Так. Кабаре. Кабаре. Парен, может быть, попроще был ход. Терабайт. Далеко. Таборд. Таборд очень хороший ход. Куда именно? Наверное, влево, чтобы пересечь эту границу. Точнее, закрытие. Но, скорее всего, тут даже было что-то лучше. Ну, так, сводим таборд. Это ответка на ход рабат стандартная. Мною добавленная. Драбант. Ну, может быть, увидим. Драка, дракар. Харел. Так, что-то ненадолго ее хватило. Так, а какие вообще вот после таборда варианты были? Ну, я, кстати, до сих пор так и не знаю, какой оптимальный розыгрыш ухода кабак. Потому что, смотрите, если абака, то там тоже хакабак сразу же. Так, не мешайте мне, вы меня закрываете поле. Кабарга... Если из сухих, да, то можно сходить просто КБ. То есть, если, допустим, сходить КБ, там с большой вероятностью табак, потом идти такаба, хакабак, атабаки.
И потом, наверное, там какой-то ход из... Ну, там тоже кабаре, да? И там дальше ход из шести. То есть первым ходом я отдаю одну очко, но потом... А нет, я, кстати, ничего не приобретаю, потому что у нас у обоих по 2 симбуковных. То есть, возможно, это вообще гандикапное поле. Либо я что-то просто не могу вспомнить. Так. Ну, смотрите, вообще все вариации. Это, да, это табак, кабат, кабан. Я еще что-то забываю. Абака. Вроде бы все, да? То есть, если кабан кабина, кроме банива у меня есть что-то большее, ну и калина там, которую я, понятное дело, рассматривать не буду, подокальную. По-моему, это невыгодно в любом случае для меня. То есть, может быть, табак и есть тот самый, или табак, или кабат и есть тот самый оптимальный розыгрыш. Хотя, погодите, про этот алкалоид я говорил, это акация катеху, катеху, а не такахи. Такахи это другое, это вообще другое слово, это не связано. Кажется, катеху, вот из нее тут был алкалоид. Такахи, мне кажется, это вообще... Кажется, это что-то из фауны. Да, непростое поле, на самом деле, непростое. Так, пока паузу.